Добрый день, дорогие северодвинцы. Сегодня наша очередная программа. И мы сегодня с вами поговорим о милосердии. Милосердие, по определению наших богословов, это любовь незаслуженная. Мы с вами совершенно, многие из нас не заслуживают любви Божией. Мы согрешаем, то есть мы восстаем против Бога. Каждый, даже самый маленький грех – это восстание против Бога. Господь огорчается, но Он не перестает нас любить. И вот эта любовь, которую мы не заслужили, это любовь милосердная. Это есть милосердие. И Господь призывал нас быть милосердными, как Отец наш Небесный. Отец Небесный наш повелевает солнцу светить на всякого человека, и на доброго, и на злого. Повелевает проливаться дождю на поле всякого человека, доброго и злого. Итак, и мы должны через милосердие учиться любви к ближнему. Ведь главная заповедь Божия, одна из главных, это научиться любить ближнего, как самого себя. Через милосердие, через дела милосердия мы идем по этому пути. И вот реальные шаги эти, они проявляются по-разному. Вот у нас, например, в городе существует сестричество православных сестер милосердия. Сестричество имени императрицы Александры Федоровны. Движение сестер милосердия в России имеет большую историю. Началось оно в период Крымской войны 1855-1856 годов. Тогда женщины добровольно ухаживали за ранеными, помогали в госпиталях. Так появилось целое общество сестер милосердия, которое к началу 20 века масштабно распространилось по всей стране. Одной из таких организаций милосердия во время Первой мировой войны была Марфа Мариинская обитель святой мученицы Елизаветы Федоровны. В год революции движение сестер милосердия прервалось и возродилась только в 90-е годы 20 века, когда церковь получила возможность свободно развиваться во всех направлениях. Сейчас по России в различных городах трудятся десятки сестричеств, помогая уже не только военнослужащим, но всем нуждающимся в особой заботе пациентам. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Удин, настоятель храма Кирилла и Мефодия, который находится на Морском проспекте, дом 30. И он же является духовником сестричества православных сестер милосердия имени Александры Федоровны. Как возникло движение вот в городе нашем? Это было какое-то спонтанное такое всплеск инициативы снизу? Или каким-то образом она была поддержана все-таки со стороны епархии, со стороны нашей митрополии? Приблизительно в 2000 году началось движение по созданию сестричества. Были собраны определенные материалы, обобщен определенный уже к тому времени накопившийся опыт других сестричеств. Особенно тесно сотрудничали с московским сестричеством, которое окромляет протоиерей Дмитрий Смирнов, сестричеством сестер милосердия Санкт-Петербурга, имя святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И вот мы собирался определенный опыт, на основе которого в 2001 году началось первые служения добровольцев в городе Архангельске. Вот. Движение оказалось востребованным. Многие православные женщины откликнулись, пожелали потрудиться в этом направлении. И вот уже в 2003 году от духовника сестричества протоиерея Алексея Денисова поступило предложение создать подобного рода общину и в городе Северодвинске. С этого вот момента были сделаны объявления, подошли определенное количество желающих
были проведены курсы подготовки, обучения уходу за тяжелобольными людьми. И с конца 2003, в начале 2004 года вот сестричество начало уже свое действие, свое служение в городе Северодвинске. Вот в этом году мы отмечаем 10 лет. Да, хорошая дата. А вот все-таки в чем необходимость? Это вот как бы необходимость подвигла к этому? Или следуя, так сказать, в курсе проложенном епархии, мы начинаем как бы вот искать возможности приложения своих сил? Или в этом действительно есть острая необходимость? Я имею в виду использование наших сестер милосердия вот, в городских больницах и как-то иначе, может быть? Служение милосердия, оно продиктовано, наверное, двумя такими важными моментами. Первое то, что дело милосердия является одним из условий спасения души человека, как главной цели жизни христианина. А с другой стороны, дело милосердия продиктовано и тем фактом, что, к сожалению, в данный современный момент надо признать, что в больницах не хватает именно персонала по уходу за больными. Не хватает таких вот нянечек, санитарок, которые бы могли утешить, помочь где-то не только, так скажем, своим трудом, какими-то медицинскими или какими-то вот определенным уходом, но и добрым словом, участием. Поэтому сестричество, оно именно выполняет не в малой степени именно вот эту роль, когда больные, особенно люди без родственников, без каких-то попечителей, могут рассчитывать вот на эту помощь и получают определенные действительно утешения, где сестры не только помогают там человека поднять, перестелить его постель, там, каким-то образом там, совершить определенные гигиенические процедуры, но и прежде всего разговаривают, общаются с человеком. Угу. Когда есть необходимость, могут выслушать его. Угу. С другой стороны, могут подсказать что-то либо человеку в духовном отношении, посоветовать или же предложить участие священника в его жизни, предложить этому человеку исповедь, причастие, возможность таинства или освящения, соборования, с тем, чтобы помочь человеку не только физически, но и духовно изменить свое отношение к болезням, определенным жизненным ситуациям, в которые человек попал, в результате которых вот оказался в больнице. Нормально себя чувствуете? Сейчас обедать будем. Вы так нормально, да? Вы обедаете? 10 лет ежедневной кропотливой работы сразу в двух городских больницах. Таких сестер милосердия в нашем городе всего 20. Здесь в неврологическом центре трудятся 8. Оказывают помощь пациентам в тяжелом состоянии. Сестра Нина уже несколько лет совмещает такой труд со светской работой на водоканале, но к больным приходит регулярно. Я всегда хотела какое-то послушание иметь. Но я служу Богу. Для меня это первая цель, что служить Богу. И для меня послушание превыше всего. У нас здесь постоянно были соцкойки, которые отказывались от людей. Мы их и приходили с батюшкой, причащали, исповедовали, оборовали. Но у нас постоянно, у нас это все. И больные просили. У нас крещение много очень происходило. И у нас крещение, даже вот медперсонал, мы тут всех покрестили практически. Есть немало людей верующих, которые также просят молитв, просят какого-то попечения духовного. И сестры в этом отношении очень много помогают, приглашают к
тем, кто желает священника, который может их исповедать, причастить, при необходимости совершить таинство или освящение, соборование, вообще просто побеседовать. С утра молитвы, послушания в храме, днем выход на пост в больницу. С пациентами сестры проводят в среднем по 3 часа в неделю. Умывают больных, кормят обедом, стирают белье, а заодно беседуют по душам. Это воля Божья, во-первых, конечно, вот послушание батюшки. Вот. Сперва он меня долго не благословлял, а потом вот в какой-то момент благословил. Говорит, пора тебе уже, готовься. Я вот стала готовиться. Уже 5 лет. Вот иногда человек лежит, вот, ну, к нему редко кто подойдет, но медперсонал тоже занят. И даже вот за ручку подержаться, погладить, им такая-то благодать приятная. Вот они даже не хотят отпускать. Тут бабушка лежала. Это подойду к ней, возьму за ручку. Она говорит, как приятно, как хорошо, говорит. Не все же могут родственники подойти к ней. Пациенты охотно говорят о жизни и религии, а после беседы некоторые просят дать им крест. Такие специально припасены в больнице. Их сестры купили сами на пожертвования. Среди пациентов неврологического отделения первой городской больницы много пожилых людей, любителей выпить и лиц без определенного места жительства. Таким помощь Бога нужна особенно, говорят сестры. Согласны с ними и медработники. Персонала санитарочек у нас нехватка. Больные у нас инсультные, тяжелые, то есть сами себя обиходить не могут, даже ни поесть, ни попить. То есть они приходят, с их появлением работы как бы у санитарочек чуть-чуть поменьше стало. То есть они пришли, покормили у нас пациента, умыли, даже побрили, то есть все, переодели. Кроме того еще и ласковое слово доброе, то есть кому-то молитву прочли, с кем-то все равно кто-то им душу свою высказал, как говорится, не один раз. Так, то есть помощь они оказывают нам огромную. Без них мы бы не справились. То есть мы их всегда ждем, пациенты их тоже ждут. У пациентов, пришедших к вере на больничной койке, даже лица светлеют, уверяют медики. Кстати, все сотрудники отделения, крещенные, говорят, последовали примеру сестер милосердия. Почему все-таки ваше сестричество именуется именем императрицы Александры Федоровны? Святая мученица Страстотерпица Александра Федоровна также участвовала в делах сестричества, сестринского служения. Вместе со своими дочерьми она организовала госпиталь в Царском селе, а затем в этом же госпитале принимала участие в уходе за тяжелораненными больными солдатами. Вместе со своими дочерьми, а условия того времени, можно сказать, что отсутствие таких современных методов, как различных, так скажем, винтов, антисептиков современных, там, того же пенициллина, ясно, что и гниющие раны, и многие подобные, так скажем, сложности. Поэтому надо представить, что служение сестер было сложно. И вот этот вот пример, который сама императрица показывала своим и дочерям, и многим подданным, показывает вот это ее милосердное служение и является примером и для нас. Чтобы стать сестрой милосердия, какой-то нужно пройти, этапность, какой-то процесс нужно пройти, да? Обучение, что-то такое там, еще что-то, практику. Согласно уставу, как это вот происходит? Согласно уставу, есть устав сестричества, который принят и благословлен священным началом. Каждый, кто хочет быть сестрой милосердия, имеет возможность это осуществить. Но, естественно, каждому человеку предъявляются определенные требования. Чтобы человек не оказался случайно в сестричестве, и его, так скажем, желание не оказалось бы просто, так скажем, вот таким вот сиюминутным. Соответственно, человек прежде всего становится волонтером, добровольцем. То есть проверяет свое желание, свои возможности в этом служении. Если волонтерство, времени волонтерства не ограничено. То есть человек может быть волонтером и год, а может быть и 10. То есть это его собственное желание. Выбор его, да? Да. Ну, волонтеры отношения, конечно же,
такой свободный человек, и возможности, конечно же, старается человек. Если он хочет, он старается жить в определенном графике и послушании своим начальникам, бригадирам. Вот. Далее, если человек уже чувствует действительно стремление служить, трудиться, видит, что это дело действительно его, уход за больными его, так скажем, никаким образом не раздражает, не вызывает каких-то там негативных состояний, скажем, вопросы там семейные, все достаточно хорошо, легко решаются, человек принимает решение уже вступать непосредственно в члены сестричества. Для этого пишет соответствующее прошение, которое рассматривается советом сестричества, и человек назначается кандидатский стаж. То есть еще волонтер – это еще не все, да? Это еще не все. Да. После прохождения кандидатского стажа, приблизительно 3 года, вот уже по желанию, опять же, таки самого человека, возможность принятия в действительные члены сестричества, которые решаются уже на общем собрании всех сестер милосердия. Вот. Естественно, дается каждому человеку характеристики его труда, его духовной жизни, его отношения к многим вещам. И после этого уже принимается решение голосованием, тайным голосованием за каждого кандидата. Вот. И после этого кандидату вручается по истечении определенного уже испытания косыночка белая своеобразного образца, вот, как знак уже служения милосердного. А действительно сестра носит косыночку с красным крестом, как отличительный знак служения уже действительной сестры милосердия. А ведь для того, чтобы даже такое простое дело совершить, как ухаживать за больным в части его гигиенических состояний, наверное, все-таки требуется некое обучение. Каждая сестра, кто проводит это обучение? Каждая сестра проходит, прежде чем выходить в больницу, на обучение. С одной стороны, обучение проводят сестры, помогая, настраивая волонтеров. А затем сестричество финансирует курсы в медицинских колледжах или даже в университете, которые проводят, скажем, определенные несколько месячные курсы, 3-4-месячные, когда специалисты их обучают. Когда обучают специалисты-медики уходу за больными людьми. И они сдают определенный минимум. Вот. То есть они получают сертификат младшей медсестры. То есть это непростое дело вообще. Абсолютно. Дело непростое. Ну а как вот сами сестры все-таки, они чувствуют от этого какую-то вот духовную удовлетворенность от своей работы? Разные, конечно, люди бывают, по-разному наверняка. Все это для каждого происходит, но тем не менее, какая-то есть тенденция в этом? Насколько я вижу, что сестры с удовольствием идут на свое вот служение, на труд, без ропота, потому что видят результат их труда, потому что отклик вот у больных людей. Вот их радость, их вот желаний, вот это вот состояние общения, оно, конечно же, поднимает, заставляет человека. То есть, когда ты оказал какую-то помощь, получаешь даже какую-то просто даже положительные эмоции со стороны больного человека, конечно же, это много помогает человеку, потому что он чувствует, что его труд не напрасен. Даже если вот люди, когда они даже не могут как-то ответить, то есть люди, которые находятся уже в состоянии такого вот комы или бессознательном состоянии, то видят, что их труд тоже имеет
определенный положительный эффект. Даже вот внешне, когда человек уже начинает выздоравливать, конечно. Это очень радостно. Сестры, конечно, радуются и видят, что их уход не напрасен. И не последнюю роль сыграл в этом, не последнюю, да? роль сыграл, потому что служение, оно направлено таким образом, чтобы каждый день кто-либо из сестер выходил в больницу. Вот. А вот еще вопрос. А это только женщины в вашем сестричестве, так сказать, вот, принимают участие? Или, может быть, все-таки есть мужчины? Есть мужчины. Есть, да? Да. Братья? Братья. Отец Александр, большое спасибо. Дорогие северодвинцы, в заключение хотелось бы еще раз сказать вам о том, что наша следующая передача состоится через одну неделю. Но у нас в городе еще планируется одно замечательное событие. К нам приезжает проповедник православной церкви, известный проповедник православной церкви, протоиерей Артемий Владимиров. 5 ноября он приезжает к нам в город. Можно будет с ним встретиться в ЦК ИОМ. Вот вы знаете, да, где это находится, на Бойчука 2, в 18 часов он выступит с небольшой такой беседой, вот, и затем ответит на ваши вопросы. Общается он широко со многими людьми, и человек он незаурядный. Вам будет интересно с ним пообщаться. Приглашаем вас всех. Всего вам доброго. До следующей нашей программы.